Жители Анапы собрались почтить память погибших трех воинов. В руке каждого гвоздика. Если молодежь сдерживает эмоции, ветераны вспоминают минувшие времена и плачут. В почетном карауле десантники, казаки, курсанты кадетской школы. В сквере, где в честь трех освободительных войн горят три свечи, торжественно тихо. Сегодня уже 71 год прошло с того момента, когда Анапа была очищена от фашистской скверны. Я знаю, что много было искалечено судеб. Многие пришли инвалидами, но продолжали работать на благо нашей Родины. Молодое поколение должно помнить о том времени, о том лихолетии, когда наши деды и отцы отдавали жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. В память погибших воинов отслужили панихиду, почтили героев минутой молчания. Даже самые маленькие участники митинга знают нелегкую цену победы. Им есть на кого равняться. Наши отцы, деды, прадеды с честью пронесли этот полк. И мы, молодое поколение, не осквернили слово, честь, деяния наших отцов и дедов. Мероприятие завершилось торжественным возложением цветов. Алые пятна гвоздик будут напоминать о том, что безымянных героев не бывает.